В перерыве уточню информацию, или, может быть, кто-то из вас меня опередит и подскажет на нашем форуме, что сегодня у Рэя Кеннеди за дата. Но, тем не менее, действительно, очень все было сделано красиво. Ну, а матч большой, потому что победа Ливерпуля выведет команду Рафаэля Бенитеса, или ничья временно, по дополнительным показателям, если ничья, на времени было побольше на отдых. Вот Торрес ходит, штрафной удар в дальний угол. Первая возможность открыть счет у Ливерпуля довольно легко. Фленгер устоял Торрес на ногах и не позволяет Туре помешать ему как следует. Удар! Это Риера. Ну что ж, очень серьезно настроился Ливерпуль на это. Маскерано, повезло ему сейчас, удачно очень сохранился мяч. У Маскерано хороший удар, нанес он его по воротам. Фабьянский в створ, неловкий пас. Тем не менее, атака продолжается. Торрес! Фабьянский вступает в игру и во второй раз в сегодняшнем матче выручает свою команду. Подача, недопонимание. Фабрегас, удар, не было вне игры. Если бы сейчас чуть-чуть больше повезло Арсеналу, могло закончить все это совсем плохо для Ливерпуля. И сейчас садится поглубже. Торрес поторопился или нет с ударом? Удар очень был хорош. Опять Фабьянский сейчас выручает, потому что удар был неожиданный. А мог ли сыграл, как положено, нападающим. Отобрал мяч. Увидел, что можно бить, и пробил. А это Агер. Может быть, не бил поворотом, а сбрасывал в сторону. Замахивается. Ох, какая передача. Нет положения вне игры. Забивать надо. Аршавин, которого не было видно полчаса, открывает счет на Энфилде. 1-0. С чего я взял, что Самир Насри левша, ума не приложу. Бросается в атаку. Бенаюн с мячом. Входит в штрафную площадь. Торрес открывает себе. Бьет! Фабьянский, браво! По-прежнему лучший на поле. Это главных козырей Ливерпуля на второй тайм. Подача. Бенаюн. Удар поворотом. Я бы выделил Бенаюна в первом тайме у Ливерпуля. Торреса. Ну, в чуть меньшей степени. Ну и Фабьянский, конечно, красавец. Сильно на свободное место заснул Санья. Риера. Прострельная передача. Кто бить будет поворотом? Удар! Хороша была атака. И вновь надежен и спокоен Фабьянский. Да, защита Арсенальский на другой. Кеут с мячом. Дважды пасует. Торрес 1-1. Сколько? 4 минуты понадобилось. Арсенал спит, как и в первом тайме. Только вот в первом тайме Ливерпуль свое преимущество в гол воплотить не сумел, пока Арсенал входил в игру. А на выйти Кеут опять лезет в штрафную площадь. Наброс на дальнюю! Как же Санья сейчас выручил или не выручил? Автогол 2-1. Бакари Санья, выручив свою команду, забил гол. А поздравляют Бенаюна, который, может быть, травму получил. Кеут. Арбело. Как легко сегодня дают принимать мяч защитники Арсенала. Причем что слева, что справа, что в центре. Иногда и через левый фланг. Хороший пас на ход. Риера, если Торрес не залезет в офсайд, будет опасно очень. И так было опасно. Риера бил в подкате. Арсенал ликвидирует угрозу. Арбело. Аршавин. Отбор мяча. Аршавин подходит. Штрафный. Гол! Вот это гол Аршавина! Дубль Андрея на Энфилде. Какой мяч забивает российский игрок, а? Насри. Прострел. Аршавин. Давай хитрик. Ес, 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 ес. Получи, как вот бывает в футболе. Показывает. 3 забил. Как так бывает? Потрясающе, а? Просыпайтесь все, кто уже заснул. Такое бывает тоже. И выручить свою команду. А, это Торрес. Торрес. Удар. 3-3. Подъем. Это еще не все. 73-я минута. Английская премьер-лига жжет. Вот достаточно высоко. Идет вперед. Можно играть, Бенднар. Неужели был офсайд? Неужели был офсайд? Ну да, чуть. Все высокорослые ливерпульцы здесь. Алонсо. Подача. Торрес! Гибс выручает команду свою. От того, чтобы мяч не влетел в сетку. Ворота закручивал мяч Аурелио. Фабьянский удар поворотом. Но, между прочим, могло бы и повести к Эрегеру сейчас. С летом пробил он.
этим. Аршавин побежал забивать Покер. Если он забьет... Еще вспомнит, и он займет достойное место. Он еще не закончил этот матч. Элзар пробил, Фабьянский отбил. Но 4 мяча Аршавина на Энфилде. А Маскерано сбрасывает Бабел. 4-4. Ля-ля-ля. Бен Аюн. Я закажу себе, пожалуй, сейчас машину в специальную больницу. Со стороны Диаби. Все. Все в этом матче, но не все в чемпионате. Если в таком духе АПЛ будет завершать сезон, да еще и в Лиге чемпионов, да еще и в Кубке Англии, ну тогда я не знаю, зачем еще смотреть что-то другое. И хватит ли на это сил...